Всем привет! С вами Вероника Нита. Сегодня я вам расскажу, как я выступала в Камышовке на третьем юношеском разряде. Это считается первым. Нет, это третий юношеский разряд, но он у тебя первый. Ага. Я на третьем юношеском разряде получила вот такую книжку. И вот, за третьим юношеским разрядом, разряд, я получила вот разряд. Вот такая красивая книжка. И помимо книжки, я еще получила грамоты. Целых две грамоты. Так, это за первое место, однерочка. А это за второе место. Прямо как по порядку. Да? И помимо книжки и грамоты, самое дорогое мне. Это, вы это уже знаете, это медали. Вот. За первое место золотая медалька. Посмотрите поближе. Я обожаю золотой цвет и медали особенно. И вот серебряная за второе место. Опять по порядку. Ну так, ребята, я вам показала свое награждение. А вы смотрите на мою программу, как я выступаю в Камышовке. И не забудьте поставить лайк и подписаться. Пока-пока! Yeah.